всем большущий приветик. Привет. Там официанта едет. Гена, тебе дать? Угу. Да. Мы сейчас едем кататься. Вы, конечно же, едете со мною. С нами, точнее. Я надела очки желтые, вот эти. Желтые. Какого желто-розового цвета, потому что я свои очки коричневого, ну, те мои черные очки, которые я все время снимала видео, я их найти, к сожалению, не могу. Вообще даже не в курсе, куда они у меня делись. В общем, мы сейчас... Где танк, видать? Не вижу я. Мы сейчас, в общем, с танкой едем кататься. Там у нас жарятся шашлыки, точнее, еще дрова горят. Сейчас будут шашлычки. Сейчас мы через 3 дня мы едем в санаторий. Ура! Да, ура! Ага, отдыхать, наверное, отдыхать не сможешь. Где будем купаться? Джек, там есть ванна, но мы ее снимать не будем, во-первых, потому что в этом было написано, что вообще нельзя дорогостоящие эти аппараты брать. Ну, вот как телефон, я бы на телефон поснимала. Телефоны. Можно я первый поеду? Да. Телефоны, камеры. Вообще дорогостоящие вот эти. Не рекомендуется брать. Ну, мы, конечно же, один телефон возьмем. Я тоже возьму. Что там? Мы сейчас, в общем, проезжаем очень быстро. Я вынесу. Боюсь еще вас держать. Боюсь, что вы... Я вижу, что вы меня упадете. Нас пропускают. Мы едем. Едем, едем. Соседнее село на дискотеку. Тебя видать? Да. Чуть-чуть вроде бы. Я вижу. Нет, прям. Дискотеку со своей фанатикой. Ты не скажешь, по вину моменту. Нам ни силы не дала. Так, где ты, танк? Вон она. За мной. Едет. Успевает. Да, вот этот. Честно. Вот этот. Я вам показала. Айда за мной. Или вот сюда, айда ко мне. Вместе мы сейчас поедем с ней. В общем, мы едем, едем, едем. Честно, не знаю. Короче, мы один круг. Сейчас я посмотрю. Не вижу, сколько. Нет собак и красивых. Ну, есть. Как нету. У нас еще по всем улицам есть собаки. Как они меня бесят уже. Надоели они мне уже, потому что вот они реально в каждом доме. Вот это у нас. Я так не смогу каждый дом показывать. Нет. Ребята, вообще вот. Мы, короче, Господи, благослови. Мы, короче, вчера едем, катались с Олежкой. И тут, короче, по всей дороге разбросаны эти. Который, когда хронит людей, как называется, гвоздики. И, короче, гвоздики по всей дороге. Именно в одну дорожку все эти расположены гвоздики. Вообще, мы вчера с Олегом Светланой так удивились, потому что вообще не знали, что такое. Ну, как поехали, у меня все домой приехали, у меня сердце стучит без перестановки. Я, ну что? Вообще страшно. Я вообще так забоялась. У меня, кстати, солнышко на меня печет. Печет. Вообще. Да, а то вообще белый. Даже на улицу нифига не выходим. Здесь наш друг сейчас. Это балда, Олег. А
Да, там уже в купальник ходит. Сейчас я посмотрю, сколько видео минут идет. Если 14-15 минут, всем пока. Там, где я сейчас снимаю. Вот только 5 минут видео идет. Еще 2 прыжка может. Ну, один где-то поехали, еще один прыжок. С вами. Сделаем. Конечно же, вы с нами. Куда же вы без нас? Ну, без я меня. Вас догоню. Она меня знала. Нет. В гонке я играть точно не буду. Да, конечно. В гонке я играть точно не буду. Вы там вон там сейчас были, вон там. Сейчас опять туда же поедем. Поехали. Я разгоняюсь. По полной. По полной. Ты вообще что ли уже? Быстро дома осталось. Ты со мной не поедешь? Нет. Не надо со мной. Сейчас я Титану уезжаю. Потому что вообще безобразие. Я прям еду, еду, и она вперед меня прямо вырезает. Так что она останется дома, она со мною никуда не поедет. Потому что это вообще наглость какая-то. Одной что-то я боюсь проезжать. Очень страшно. А чуть-чуть сниму. Аккуратно, чтобы отчетички мои вот не упали. Вот теперь я вижу, сколько минут идет видео. Машка на меня села. Сейчас давайте развернемся, потому что плохо видать на камере. Вот так лучше, да? Лайк, если так видать лучше. Мы, в общем, сейчас будем над цветами шутить. Я, в общем, сейчас поеду обратно туда же. Сейчас я туда, к тому повороту. И... Сейчас. Нагну вот так. Чтобы солнце чуть-чуть не светило. Так, сейчас я подъеду. В общем, я на левой руке держу камеру с этим держателем. А правой рукой рулю. Так. Опа. Опа-тя. Опа-тя. Вообще, я уже устала кататься. Мы сегодня целый день на улице, как всегда уж. Что уж там говорить. Чтобы мы целыми днями на улице не были. Я, в общем, пойду туда. Ее вроде бы тут и нету. Куда я вам говорила до поворота? Ее здесь и нету. Ну, вы увидели, да? Вот я сейчас поворачиваю. Я была на повороте, поэтому я сейчас пойду делать. Ой, там шарик летит, ребят. Видно, нет? Там шарик на дереве. Вот, смотрите, блин. Он летит. Вон он, смотрите, вон он летит. Сейчас я быстренько остановлюсь. Давай, низ, низ, низ. Подавай. Подавай. Вон он листик. Сейчас я остановлюсь и вам покажу. Где он? Где он? Вон он летит. Вот. Сейчас я прям на мой палец. Вот он. Вот прибавлю. Ой. Вон там. Где? Вот. Ну, он все уже улетел.
Видео уже идет 9 минут, поэтому я сейчас поеду к котяточкам, посмотрю, что они делают. О, улетел шарик. Ой. Посмотрю там, что котяточки делают, и поеду домой. Ну, имею в виду, видео закончу, а там буду во дворе. Там сейчас шашлычочки. Салатик есть. Салачок. Вот эти вообще меня бесят. Мальчики так трясут. Железные. Ну, как железные, пластмассовые. Чтобы не было вам такого звука, я поеду вот тут. По камням, но зато не по почкам. Поехали. Она меня опять взяла. Сейчас я быстро ездил. Так, сколько? 11 минут, у меня еще осталось 3 минутки. Вот я сейчас быстро ставлю велосипед. И, ой, там это... Титана, да, котяткам? Пошли, Титан. Ну, мы уже не кататься идем.